Творческий молодежный конкурс на создание визуального символа региона привлек внимание молодежи. Свое видение представили школьники, студенты. Финал прошли 10 работ. Узнаваемость региона – понятие объемное. Для одних это река Волга и памятник матери, для других – лоза хмеля и национальная вышивка. Участники конкурса проделали огромную исследовательскую работу, чтобы понять значение символов. Первоначально в любом случае создавался какой-то мудборд, ассоциативные картинки, все, что связано с Чувашией, что связано с туризмом. Потом в ходе этого создавался какой-то уже образовывался какой-то логотип. Для нас это очень интересно, это как раз наше ключевое направление – дизайн, компьютерная графика. Жюри оценивало проекты по ряду критериев. Логотип должен быть красочным, привлекающим внимание, с простыми и понятными образами. Финалистами стали 10 юных дизайнеров. Мой логотип «Туристическая Чувашия» состоит тоже из трех частей. Первая часть – это большая зеленая, что означает саму Чувашию. Вторая по масштабу – это мать-покровительница. И последняя часть – это сама звезда солнца. Ее можно найти на чувашской вышивке, на разных орнаментах. И также она является отличительной чертой. Победителям вручили дипломы и памятные подарки. Интересная творческая работа помогла многим ребятам определиться с будущей профессией. Благодаря победе в этом конкурсе я решила, что дальше буду заниматься графическим дизайном и участвовать в разных конкурсах. Я планирую дальше и поступать по этой специальности, и может даже разрабатывать. Инесса Потапова, Георгий Кривошеин, Республика.